Екатерининские встречи. В уральской столице начались духовно-просветительские концерты для пожилых людей. Первое просветительское мероприятие прошло в храме Рождества Христова в Екатеринбургском районе Уралмаш. Подробности в материале Варвары Антроповой. Ой, светлый храм Екатерины! В уральской столице стартовал духовно-просветительский проект «Екатерининские встречи для старшего поколения». Площадками мероприятия станут приходы, социальные учреждения, ветеранские организации, а также культурно-просветительский центр «Царский». Руководителем проекта выступил певец, композитор и ведущий телеканала «Союз» Дмитрий Шакуров. Мне, как руководителю, с одной стороны, и просто, и сложно говорить. Сегодня первый день, первый опыт. Но, вы знаете, сам даже не ожидал, что будет такая благожелательная реакция, такой благожелательный отклик сердец. Проект реализуется Уральской общественной организацией «Содружество Кольцо Святой Екатерины» при поддержке Екатеринбургской епархии, Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора, Культурно-просветительского центра «Царский» и сообщества «Город Святой Екатерины» в социальной сети ВКонтакте. Я видел лица людей, которые сидели и смотрели, они просто вдохновились, потому что люди сейчас очень многие находятся в таком состоянии, и сегодняшняя встреча, она оживила, дала людям такую радость. Екатерининские вечера – это теплые встречи, где присутствует не только концертная программа, но и интерактивная часть. Помимо исполнения духовных песен о святой Екатерине и повествования о житии и подвиге великомученицы, гости мероприятия принимают активное участие в диалоге с ведущим. Эта встреча прошла очень живо, в виде беседы, и мы, в общем, очень много узнали, и авторов, которые, в общем, песен и стихов, которые посвящены нашему городу. И стараемся как-то эти знания, полученные здесь, дальше пронести своим детям, своих семьях и своим знакомым. Большое спасибо. Также в рамках вечера были показаны видеоролики о городе Екатеринбурге и святой его покровительнице. В завершении мероприятия всем гостям были вручены памятные подарки. Сейчас вот такое общение, вы представляете, какая радость, тепло в душе у них присутствует сегодня. Сейчас мы пойдем на чаепитие и, конечно, вместе попытаемся еще пообщаться, высказать свои мнения, какие-то свои дружелюбные отношения друг к другу. Серия вечеров для старшего поколения «Екатерининские встречи» проводится в рамках «Екатерининских дней» – череды культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, посвященных Дню Святой Екатерины, небесной покровительницы Екатеринбурга. Духовный день города, уральская столица, встретит 7 декабря.